Добрый вечер. В прямом эфире программа «Телемикс новости». В студии Роман Адонин. Смотрите сегодня в выпуске. С медалями в родной город. Уссурийская команда вернулась со всероссийских сборов. Подготовка к стихии. Землеройная техника приступила к расчистке кюветов. Помним, гордимся. В развлекательном центре подвели итоги патриотического конкурса чтецов. Квантовый дневник. Дети снимают фантастическую комедию. Помощь пострадавшим стала мобильнее. Приложение для смартфона оповестит необходимые службы. Первая поездка на европейский тур по ушу. Золото и бронзу привезли наши земляки. Честь Приморья защитили школьники из Уссурийска. Со всероссийских сборов «Союз-2019» наследники победы «Наши юные земляки» привезли без малого 70 медалей. Все участники – ученики 11-й школы. Юнармейцы – воспитанники военно-патриотического клуба «Ратник». Встретила победителей в аэропорту и наша съемочная группа. Звон медалей слышен издалека, и вот они, 10 наших чемпионов. В аэропорту учеников 11-й школы из Казани встречают родные и близкие. Эти старшеклассники – гордость Уссурийска. С 28 апреля по 10 мая в столице Татарстана проходил 6-й всероссийский и международный молодежный сбор военно-спортивных организаций. Команда уссурийских патриотов стала самой сильной в крае, поэтому защищать честь Приморья выпала именно нашим юнармейцам из 11-й школы. Поездка на соревнования стала возможной благодаря поддержки краевой администрации. Второй год принимают у нас участие в сборах. Сборах российского уровня «Наследники победы», которые проводятся в Казани. Ребята представляют не город, не просто город Уссурийск, представляют Приморский край. Потому что в этом году принимали участие по одной команде от каждого региона. Мы прошли определенный отбор. Детки достойные, тренировались с сентября месяца. Всероссийские сборы «Союз. Наследники победы» проходят ежегодно. В этот раз участие приняли более 600 воспитанников военно-патриотических клубов, школ-интернатов и кадетских корпусов. А это 40 команд из 34 регионов страны. Встречу посвятили сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Прошли все этапы соревнований, имеют свои личные награды, как в составе взводов, так и стали же чемпионами России в своих видах. Это плавание, гири и силовое тестирование. Там ребята все сплотились за 2 недели, вынесли все трудности. Юнармейцы и воспитанники школьного военно-патриотического клуба «Ратник» в этой поездке еще больше сдружились. Плотный рабочий график не помешал за 2 недели в Казани найти и друзей из других регионов. Отличные ребята были, попали с ним в взвод. Отлично проводили время. Веселились, правда, не часто, потому что там график вообще забит под завязку был. Это был мой первый опыт таких сборов, соревнований. И это вообще новое ощущение, другая сплоченность команды, потому что разные регионы России, от Камчатки до Калининграда, очень много ребят разных. С городов мы очень хорошо сплочились, дружились. В этом году уссурийская команда привезла вдвое больше медалей, чем в прошлом – 67. Высокие результаты показали наши ученики в отдельных видах испытаний. У каждого участника по 5-7 наград. Даниил Пухнатов запомнит надолго лекции, экскурсии на сборах. Но какая медаль за что, путается. Так много побед привез на малую родину чемпион. Первое по плаванию – марш-бросок. Потом первое место – это команды от нашей десятки из Уссурийска. Мы заняли первое место по плаванию среди всех. Второе место, по-моему, было, даже не могу сказать, ОФП, потом ИВТИ, это вроде интеллектуально развитая всякая вещь. Но остальное уже даже не припомню, их было слишком много награждений. Нормативы на соревнованиях для всех одинаковы, независимо от пола. Только гиря для девочек вдвое легче – 8 килограммов. В эстафете по плаванию юные уссурийцы заняли первое место, а в соревнованиях по гиревому спорту – третье. Каждый из 10 уссурийцев стал победителем сборов в личном зачете. 9 мая участники возглавили колонну Казанского бессмертного полка. Тамара Илюхина, Игорь Антонов, «Телемикс».
В Уссурийском городском округе началась подготовка к возможным наводнениям. Работы по водоотведению идут не только в городе, но и в селах. Наша съемочная группа выехала на объекты, где спецтехника уже приступила к процессу. Наводнение, можно сказать, незваный гость, который зачастил с визитами в Уссурийский округ. В этом году подготовка к паводкам началась с ранней весны. К возможным тайфунам надо готовиться заранее, ведь жители ежегодно страдают от потопов, которые наносят урон хозяйствам и жилью. Заливает, весь двор заливает, все. Все, абсолютно. Там прокопали с той стороны вроде немного. Видать, склон маленький где-то. Вода вся сюда, как все равно в этот водоем какой-то. Вот у нас где дом, у нас прям из дома вода шла. Вода лилась, прям ручьем лилась и прям на дорогу. Нельзя было детям в школу пройти. Вода стояла, нельзя было пройти. Уссурийскому городскому округу на водоотведение выделено 30 миллионов рублей. Есть и подрядчик, который готов восстановить 80 километров кюветов, заменить около 400 метров водопропускных труб и отремонтировать 4 бетонных оголовка. В Воздвиженке, Линевичах и Красном Яре уже работает спецтехника. В Воздвиженке ковш гусеничного экскаватора прокапывает кюветы так, чтобы вода сливалась в реку Репьевку, что течет посреди села. Иначе в разливы затопит населенный пункт при сильных осадках. Ну а пока землеройная машина шагает по улицам села. В данный момент мы работаем с подрядной организацией на улице Заречной в селе Воздвиженка. Закачиваем здесь уже окончательные работы, которые были начаты в прошлый год, позапрошлый год. Окончательно заканчиваем с этой улицей и переходим на следующий объект в селе Воздвиженка. На плечах исполняющей организации «Вилстрой» также села Алексей-Никольская, Борисовка, ДУ-196, Утесная, Новоникольск, Улитовка, Монакина, Корсаковка, Крауновка, Глуховка, Раковка и Боголюбовка. На выполнение всего плана подрядчику дали время до 15 октября. Глава администрации Уссурийского округа акцентировал внимание на то, что некачественные работы приняты и оплачены не будут. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. В Уссурийске всю рабочую неделю будет ветрено. Временами пройдет небольшой дождь. Во вторник небо прояснится. Термометры покажут плюс 15, плюс 17 градусов. В среду немного потеплеет. Скорость южного ветра достигнет 7-8 метров в секунду. Утром в четверг возможен небольшой дождь. К вечеру небо станет ясным. Ночью воздух прогреется до плюс 10, плюс 11. В пятницу облачно, с прояснениями. Температура поднимется до плюс 20. Всю неделю будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 19 метров в секунду. В выходные уссурийцев ждет хорошая теплая погода с переменной облачностью. Помним, гордимся. В развлекательном центре Global Play подвели итоги патриотического конкурса чтецов. За несколько недель до праздника Победы юные уссурийцы записывали выступления со стихами о войне. Компетентное жюри выбрало лучших, но призы и грамоты достались каждому. С подробностями Ольга Муравьева. Мать растила сына, но не для войны, а для внуков будущего и будущей жены. Особый артистизм, военное обмундирование и старание. В итоге заслуженное третье место. Владислав Дорофеев стал участником конкурса стихов «Помним, гордимся». Уже не первый год развлекательный центр Global Play ко Дню Победы проводит состязания среди юных чтецов. Дети доказывают, что сильны не только в играх, но и родину любят, и подвиги героев помнят. Дети присылают нам стихи, видеоролики. Мы оцениваем всеми сотрудниками нашего центра. Здесь каждый выставляет свои баллы и, соответственно, по среднему баллу выбираем победителей. Участников в этом году было 39. Две недели длился конкурс. Настало время подводить итоги. По традиции, каждый участник получает грамоту и мягкую игрушку. Весьма приятное поощрение за участие. Нелегкая задача стояла перед членами жюри – выбрать лучших. Учитывали сложность произведения, артистизм, наличие военной атрибутики в костюме. В итоге определены победители. Владислав Дорофеев – третий. Второе место у Мелисы Химич. И вот он, самый долгожданный момент. Звучит имя победителя. Нашего победителя в конкурсе чтецов Кушниренко Виктория. В свои 7 лет девочка выучила очень емкое и сложное стихотворение. Не один вечер Вика провела с книжкой в руках. И, конечно же, на бис прочла стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки». Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка вот здесь, вот так твоя легла? Второе и третье места отметили большими мягкими игрушками. А победительница стала счастливой обладательницей двухколесного транспортного средства. О гироскутере девочка давно мечтала и своими стараниями достигла цели.
Я когда первый раз ребенку читала этот стих, она расплакалась. Я думала, она не выучит. Говорит, мам, я попробую, говорит. Вот мы и справились. Какие эмоции сегодня у вас? Эмоции, да. Я не могу, я сейчас расплачусь уже, да. Молодец, моя девочка. Ты рада, что победила? Да. И это все благодаря моим родителям. Впереди День защиты детей. 2 июня в развлекательном центре Global Play традиционно устроят праздник. Также каждый месяц здесь проходят бесплатные состязания по аэрохоккею. Ведь Global Play по-настоящему объединяет. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Квантовый дневник. Дети снимают фантастическую комедию. Помощь пострадавшим стала мобильнее. Приложение для смартфона оповестит необходимые службы. Первая поездка на европейский тур по ушу. Золото и бронзу привезли наши земляки. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс Новости». Продолжаем. Выпуск новостей продолжит сводка происшествий. Оперативные службы города отмечают, праздники прошли спокойно. Но все же есть пострадавшие на дорогах. Несколько семей потеряли в огне имущество. С подробностями Ольга Муравьева. 53 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано за минувшую неделю. Пострадали 4 человека. Среди них один несовершеннолетний. Невнимательность привела к беде. Двигаясь задним ходом в своем дворе, автомобилистка открыла дверь, чтобы припарковаться, но не удержалась и выпала из машины. Так она оказалась под колесами своего транспортного средства. Пострадавшая госпитализирована. В этот же день произошел наезд на пешехода. Пожилая женщина переходила улицу Некрасова в неустановленном месте. Водитель не успел среагировать. В итоге столкновение. У травмированной ушиб плеча и перелом ноги. На несколько недель женщина попала в стационар городской больницы. Еще один наезд на пешехода. 16-летний подросток угодил под колеса. Пострадавший переходил улицу Тимирязева без нарушения по зебре. Высокая скорость автомобиля не позволила резко остановиться водителю. У прохожего диагностирован перелом стопы. Днем позже еще одно ДТП с участием пешехода. Причем полицейским об аварии стало известно от сотрудников травмпункта, куда обратился пожилой мужчина. По словам пострадавшего, наезд произошел во дворе дома по Ушакова, 37. Автомобилист после наезда скрылся с места происшествия. У пешехода перелом правого бедра. В целом, выходные выдались спокойными, подводит итог сотрудники госавтоинспекции. За неделю, учитывая 4 выходных дня, остановлено всего 6 любителей нетрезвой езды. У пожарных 43 выезда. В праздничные дни огнеборцы настраивались на массовые дачные пожары. Но опасения не оправдались. Все строения уцелели. Зафиксировано 13 палов сухой травы и 11 возгораний мусора. Также было потушено 10 домов. Пожару Покоршунова присвоен повышенный номер сложности. Горела веранда и кровля жилого помещения. Возгорание произошло поздно вечером. Пожарным пришлось удостовериться в отсутствии внутри дома людей. На ликвидацию огня потребовалось 1,5 часа. Горела кровля и на Калинина. Огонь охватил крышу частного строения на 2 хозяев. Пожарную охрану вызвали соседи, когда из дома вырвались языки пламени. Возгорание на площади 50 квадратов произошло рано утром. На полную ликвидацию потребовалось 1,5 часа. Еженедельно в сводке происшествий пожары на балконах. Не обошлось и на этот раз. Многоэтажки на Ленина. На лоджии загорелся ковер. Огонь потушен, имущество не пострадало. Но сотрудники МЧС просят проявлять особую внимательность при курении вблизи жилых помещений. В полиции вновь всплеск так называемых бесконтактных преступлений. На неделе зафиксирована серия махинаций с банковскими картами. В одном случае со счета мужчины исчезло 59 тысяч рублей. Деньги пропали после разговора пострадавшего с якобы сотрудником службы охраны банка. Также при помощи мобильного приложения потерпевшая перевела 3000 рублей как предоплату за товар. Ни товара, ни денег женщина не увидела. Полицейские призывают горожан быть более бдительными при совершении денежных переводов и напоминают, нельзя по телефону сообщать личные данные, пин-коды и номера пластиковых карт. Кино для детей снимает студия «25-й регион». Жанр – фантастическая комедия с элементами мистики. Побывать на съемочной площадке, познакомиться с актерами и коллегами по цеху удалось нашей съемочной группе. Понеслась. Значит так, малявки.
Тишина на площадке, и только голос оператора за кадром настраивает актеров на нужный лад. Это вам не детские игры, планируется полнометражка. Уссурийская студия «25-й регион» снимает фантастическую комедию с элементами мистики. Рабочее название фильма – «Квантовый дневник», хотя в процессе работы оно еще может поменяться. Постоянно приходится, хоть и какие-то раскадровки есть, но все время на ходу выдумывать, что-то переделывать, додумывать, перезачеркивать и заново рождать. Ну, это такой творческий процесс постоянный. Регулярные коррективы и изменения – естественный процесс. Сцены переигрываются, вырезаются и перерабатываются. Что-то убрать, что-то прибавить. Цельная картина складывается из маленьких кусочков. Поэтому тут важна работа каждого члена коллектива. Некоторые сцены – сплошная импровизация, придуманная на ходу постановщикам. Еще раз объясняю. Вот, ты встал туда, туда. Адель Фатыхов – исполнитель главной роли мальчика Саньки. Весь сюжет строится именно вокруг него. Для Аделя освоить профессию актера оказалось не так просто. Показать на лице нужные эмоции – полдела. Ведь в первую очередь нужно вжиться в роль. По-настоящему. В этом могут помочь профессионалы. Дети бок о бок работают с актерами из городского драматического театра. Но сам главный герой на меня частично похож своим поведением и характером. И не похож в то же время. Для всей команды это не просто работа, титанический труд. В съемочной группе признаются, иногда на площадке приходится оставаться далеко за полночь. Но такие условия дают свои результаты. Именно благодаря терпению и долгим тренировкам Анастасия Иванова на площадке становится своей героиней, невидимкой. На самом деле это не сильно легко. Ну вот, опять же, мне нужно говорить мужским голосом, который у меня практически никогда не получается. Это будет, наверное, накладываться уже при монтаже. Нужно еще очень резко шевелить шеей, что тоже иногда не получается. Для съемок используют разные локации – дом, школа, машина. А еще не обойдется без компьютерной графики. Именно поэтому Настя надевает зеленый костюм. На монтаже так называемая «зеленка» сделает девочку прозрачной. Останутся видны только серебристые кусочки. Как это будет выглядеть в готовом фильме, зрители смогут увидеть не раньше сентября. Премьеру планируют на осенний период. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. Уссурийцы могут воспользоваться приложением для экстренной помощи CanHelp. Проект позволяет людям в экстренной или нестандартной ситуации оказать помощь кому-либо или попросить о ней. Специальные службы также будут оповещены через приложение. CanHelp разработала новосибирская компания. Пользователь сможет в случае проблемы зайти в приложение и попросить других о поддержке и помощи. Создатели проекта отмечают, что программа полезна особенно детям, родителям, пенсионерам и всем, кто хочет помочь нуждающемуся рядом человеку. Специалисты поясняют, если вы заметили человека, который попал в беду, сделайте фото, загрузите в приложение. Сервис автоматически оповестит необходимые службы. Если пострадавший зарегистрирован, уведомления получат близкие. Разработчики считают, что CanHelp сделает срочную помощь более оперативной. Напоминаем также, что в случае ЧП необходимо звонить по номеру 112. Два золота и бронзу привезли уссурийские спортсмены из Москвы. В столице проходил чемпионат и первенство Европы по традиционному ушу. Двое наших земляков, Захар Селиванов и Павел Пустохин, выступали в составе сборной страны. Соревнования проходили с 24 апреля по 2 мая. Парни уже восстановились после поездки, приступили к тренировкам и встретились с нашей съемочной группой. Павел Пустохин и Захар Селиванов вернулись с чемпионата первенства Европы по традиционному ушу – кунг-фу. Павел завоевал золотую медаль с длинным оружием и бронзовую с парным. Захар – золото за выступление с мячом. Для молодых людей это первая поездка на европейский турнир. Воспитанники Центра детского творчества и Федерации ушу Уссурийска были в числе 900 участников. Большая разница видна, потому что отборочные соревнования сделали свое дело и отобрали самых лучших участников, и судейство немного отличается от простых соревнований. Получается, приехали люди с других стран, и там своя методика судейства. Захар признался, первое выступление прошло неудачно, но во втором, когда взял в руки оружие, собрался, успокоился, вышел на ковер и занял призовое место. Мяо Дао – большой меч, с которым парень взял золото.
Давай, 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 давай. Для Павла Пустохина удачными стали два выступления – с парным и длинным оружием. С мячами спортсмен завоевал бронзу, с длинным оружием – золото. Работать сразу с двумя предметами – сложное дело. Самым тяжелым было развить левую руку, поделился Павел. Первое время не успевала за правой, но с тренировками руки укрепились. Результат – бронза первенства Европы. Давай, давай, давай! Конечно же, обрадовался, когда выступил и понял то, что вот первое место на Европе, хотел очень сильно занять призовое место. И радость сразу взяла. Не так много от России было представлено спортсменов. Вот. Ну и очень рады были, что мальчишки прошли все-таки отбор. Но они и заслужили, потому что в прошлом году они на первенстве России позанимали призовые места. Вот. И я думаю, что им была прямая дорога на чемпионат первенства Европы. Вот. И они себя хорошо показали. После крупных соревнований мысли вновь о тренировках. Аппетит приходит во время еды. Преодолев европейский чемпионат, хочется продолжения, стать сильнее и выступить на высшем уровне. Была как ступень мечты занять призовое место на чемпионате первенстве Европы. А теперь какая мечта на чемпионат мира, может быть, или? Мир. Главная цель – мир. Хотелось бы, конечно, на мир отобраться. Это вот прям величайшая ступень в моей карьере пока что, которая начинается. Призовые места на чемпионате и первенстве Европы – отличный шанс попасть на чемпионат мира. Сейчас парни ждут, когда опубликуют списки участников. Каждый надеется увидеть свою фамилию и в июне покорить мировое первенство. А пока впереди праздник боевых искусств на Фетисов-арене 17 мая, турнир «Уссурийский тигр» 1 июня и сборы в Китае. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Призеров первенства Европы по ушу поздравил глава округа. Николай Рудь встретился со спортсменами и тренерами. Глава вручил ушуистам Захару Селиванову, Павлу Пустохину и тренерам Николаю Паничкину и Евгению Мухачеву благодарственные письма от органов местного самоуправления. Николай Рудь поблагодарил спортсменов за отличные успехи на высоком уровне. Захар завоевал золотую медаль, Павел – золотую и бронзовую. Глава обсудил с тренерами работу федерации ушу. Сейчас в Уссурийске этим видом спорта занимаются около 150 человек. Больше всего в Приморском крае. Вы приезжаете из соревнований различного уровня, они настолько для нас значимы, для уссурийцев, для простых жителей, потому что та работа, которую вы ведете, тренерский состав, воспитанники, говорят о том, что действительно у уссурийцев есть чему поучиться. Федерация ушу – это одна из, наверное, таких интересных федераций. На этом пока все. Сюжеты также смотрите на сайте telemix.tv и в профиле сети Instagram. Если вы стали свидетелем интересного события, присылайте информацию в WhatsApp. Номер указан на экране. В студии работал Роман Адонин. До встречи на нашем канале.